делаю на последнее дыхание батарейки. Смотрите, я вот портрет свой в саду в городе Яффо. Такой тут детский скверик, он даже чем-то московский так напоминает. Воробьи тут сверчат. Покрытие такое же мягкое, вот это вот зеленое, красное. Главное, он слишком даже мягкое, глубокое какое-то. Вот это вот. Коптская церковь, в которой мы шли, ну вот она, вот там вот солнце, к сожалению, светит, вон она там. Вот. Коптская церковь с такими куполами. Смотреть загар, как у меня. Это звенит костел святого Антония.